Да, 6,4 за исполнение, да. Конечно. И вот здесь мало. Можно замереть, товарищ Виктория Листунова. Абсолютная чемпионка. Новоиспеченная абсолютная чемпионка страны. Москва. Вот такое начало, оно относительно молодое, новое начало, а стоит это сразу группы Д. Это самая такая высокая трудность. Ну, можно еще там Е, но это уже сумасшедшее. Я к тому говорю, что весьма дорогое начало. Пока так аккуратно подходит она в начале комбинации. Удержалась, переворот сальто. Чуть-чуть видно было, прям нога чуть не соскочила, но все в порядке. Был приземление, но она с этим легко, как мастер спорта, справилась. Красивый со сменой ног, шпагат откровенный в кольцо. Здорово. Шикарно. Это законодатель этих прыжков, казалось бы, китайские гимнастки. Но Листунова... Вот, хорошо получилось. Ай, молодец. Ох, красота. Ай, какая молодец. Еще. Шпагат в кольцо одной ногой. Так, пусть знает нашего. Держись. Держись. Ай, держись. Удержалась. Прыжок шпагат и сразу соединение фляг над цвинтом получился. Очень трудно. Сложный. И очень для бревна рискованно. Видно было, как она готовилась прямо перед этим. Она волновалась, конечно. Это одна из таких запятых, которые надо преодолеть и сделать из нее действующее дело. Такое дальше двигаться. Двойной сальто. Хорошо, а хорошо получилось. Вот обратите.